Ну что, приветствую вас на вебинаре «Возможности интернет-проекта «Территория роста TIER Group». А сегодня с вами Кристина Белова, тренер интернет-проекта. А сегодня я вам расскажу о возможностях нашего бизнеса. Возможно, с чем-то вы уже знакомы, возможно, вас уже поверхностно ввели в курс дела, но этот, может быть, час, может, меньше – мы проведем с такой пользой. Я вам более подробно расскажу, что же у нас за предложение. Вам такое интересно. Немного о себе. Я живу в Краснодарском крае, станица Выселки. В нашем районе около 60 тысяч человек населения. Значит, до нашего проекта я вообще экономист по образованию, бухучет, анализ, аудит с красным дипломом, но этот красный диплом лежит в шкафу пылится. Я по специальности ни разу не работала, потому что столкнулась с проблемой, когда дипломированного специалиста спрашивают 3 года практики, а где его взять, а нету. Я проработала почти 10 лет в районной администрации в отделе культуры специалистом и есть опыт работы в Россельхозбанке. И параллельно работая на работе по найму, я наткнулась на замечательных ребят, которые предложили мне поработать в проекте «Территория роста». И сегодня я вам расскажу, как мы работаем. Что такое интернет-проект «Территория роста»? Ребят, это уже готовая бизнес-модель, которая создана командой успешных предпринимателей, уже зарабатывающих в сети интернет. Это действительно модель бизнеса, которая создана великолепными умами ребят, которые уже знают толк в бизнесе, которые уже на своих ошибках научились и рассказывают нам о подводных камнях, с которыми мы можем столкнуться, развивая бизнес, и готовы в этом проекте делиться с вами своими знаниями, своим опытом абсолютно бесплатно. То, чего вы, к сожалению, не найдете при развитии обычного традиционного бизнеса. Никто с вами опытом своим делиться не будет, потому что, ну, невыгодно, конкуренция есть такая. Здесь у нас конкуренции внутренней нет, все друг другу поддерживают, помогают и готовы делиться своими навыками. Обратите внимание, что наш проект не халява, а здесь нужно обучаться, иметь желание учиться новому. И, если честно, я знаю, что я ничего не знаю, поэтому всегда открыта к новым знаниям. Очень интересно получать какие-то новые навыки, и в нашей команде принято. Узнал, сделал. Узнал, применил. Как говорится, дурак думками богатеет, поэтому не думаем, а сразу действуем. Так что все знания, которые вы сегодня получите, я предлагаю вам сразу же применять на практике. А почему наша команда обратила внимание на интернет? Если вы обратили тоже внимание, то сейчас в нашей жизни очень активно лидирует интернет. Это действительно то, без чего практически сейчас не обходится ни одна крупная компания, даже мелкий предприниматель для продвижения своих услуг или товаров. Сейчас у каждого есть практически телефон, самый-самый простой, который стоит недорого, около 1000 рублей, уже имеет свойство подключиться к интернету. Вы можете пользоваться мобильной связью, мессенджерами, приложениями, общаться в счет трафика интернета. Вот напишите, пожалуйста, в чат, кто зарегистрирован в каких социальных сетях. У меня есть так, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, есть Инстаграм. В каких вы социальных сетях зарегистрированы? Меня вообще слышит кто-нибудь? Ау, ребят. А, отлично. Так, почти все. И это очень удобно. Я буквально недавно наткнулась на фильм, уже поздненько его так пересматривала, о том, как создавался Facebook.
Действительно, очень удобно, когда в интернет ты можешь пообщаться с друзьями, которые находятся далеко, даже если они близко, не всегда есть время пообщаться вживую, потому что кто-то работает допоздна, у кого-то дети, у кого-то еще что-то. Вот с такой целью очень удобно общаться и продвигать информацию. Очень удобно пользоваться интернет-магазинами, банковскими услугами, то есть оплата ЖКХ, кредитов, денежные переводы, пополнение счета. К примеру, в моем телефоне сейчас приложение Сбербанк онлайн, и достаточно нажать на одну кнопочку, и ты все виды операций можешь использовать через телефон. Даже заказать авиа, ЖД-билет. Железнодорожные билеты тоже можно через телефон. Очень удобно. И сам Билл Гейтс еще в начале 2000-х годов говорил о том, что в будущем на рынке останется два вида компаний. Те, кто в интернет, и те, кто вышел из бизнеса. Поэтому мы огромное внимание уделяем сейчас развитию бизнеса через интернет. Какие же перспективы у интернета? Обратите внимание на этот слайд, что к 2020 году специалисты прогнозируют, что практически 100% населения будут использовать интернет. Даже самые-самые у нас, казалось бы, непродвинутые бабулечки уже активно стараются использовать эту технику, онлайн-технику, онлайн-технологии для того, чтобы общаться. Но, извините, есть огромное количество свободного времени, и это куда-то тратить. Если у вас это время есть, у вас есть выход в интернет, то вы вполне можете не впустую тратить это время. Часто вы можете наблюдать, что, зайдя в Одноклассники, там картинку посмотрел, там видео загрузил, и пошло, и поехало, и уже час или два прошло впустую, никак. У нас же, делая то же самое, можно провести это время с пользой. И часто при разговорах с знакомыми мы обсуждаем такую тему, что в стране кризис, и это было неоднократно, и если, к примеру, кто-то ищет стабильную работу и говорят, что я за стабильную работу, мне это очень важно и нужно, то, к сожалению, эта стабильная работа дает такой результат. Это работа по найму, что в 98 году на 500 рублей какую продуктовую корзину можно было купить, и что можно купить сейчас на 500 рублей, какие продукты. Если говорить о нашем Высоковском районе, то придя в продуктовый магазин, это буквально сыр, молочные какие-то продукты и хлеб. В принципе, вот тебе 500 рублей. Зарплата не увеличивается, объем работы, наоборот, нагружается. И часто меня приглашают на работу предыдущую. Я спрашиваю, какая там зарплата. Для интереса, для любопытства, зарплата такая же, как и была, когда я увольнялась. Ничего не поменялось. Поэтому, если говорить о стабильности, то я за такую стабильность, которая постоянно растет. И еще Роберт Киосаки говорил, что самым главным препятствием на пути к успеху является страх допустить ошибку. Я, если честно, через это прошла. Очень было страшно увольняться с одной работы, переходить на другую. Очень переживала, а что будет дальше. Вот эта неизвестность тормозила. Но все-таки страх оказаться на том же уровне, на котором я всегда была, никак не развиваясь, ничего не получая больше, мне этот страх поборол еще больше. И именно поэтому большинство людей держатся за работу и надеются, что компания или государство позаботятся о них. Ребят, проснитесь, давно индустриальный век прошел, у нас сейчас век информационный, а никакое государство, ни один работодатель не готов. Даже не у него нет в интересах как-то о вас супер-пупер заботиться, давать какие-то программы по покупке жилья и улучшению вашего комфорта, кроме как улучшения комфорта своего собственного. Поэтому пока люди ищут стабильную работу, наша команда активно развивает свой бизнес в интернет. Мы предлагаем вам присоединиться и получить знания об этом.
Давайте помечтаем. Допустим, у вас вы сейчас имеете основную работу. Какой-никакой доход у вас есть, да? Но представьте, что к вашему основному доходу у вас появился дополнительный доход 25 тысяч рублей, 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей, даже больше. Вы найдете, куда эти деньги потратить? Возможно, это окажется на погашение кредита. Возможно, это на какие-то поездки, куда вы очень давно хотели, но не имели возможности. И чаще всего слышишь, что я бы хотел поехать туда-то, туда-то, но типа денег нету. Просчитайте, сколько конкретно нужно денег на эту поездку, у вас тогда сразу появится четкий план, а сколько вам нужно вообще дополнительно заработать, чтобы туда съездить. И поверьте, что у вас это получится очень легко, тем более с нашими инструментами. Возможно, вы хотите какой-то экстремальный вид спорта изучить, дайвингом заняться, приобрести новый автомобиль, а может быть и не два, чтобы у вас в гараже стояла не одна машина. Возможно, вы хотите дачу у реки или даже у моря. У каждого свои мечты, и именно они двигают нами, потому что без них, ну, извините, попу не поднимешь. А так вроде бы все хорошо и замечательно. Какие же инструменты вам понадобятся в нашем проекте? Это компьютер, это ноутбук или планшет, возможно, даже телефон. Если у вас есть телефон, то это тоже вам помощник в развитии бизнеса. Конечно же, это стабильный интернет. Это скайп для коммуникации, общения, продвижения информации в наших командных чатах, время на обучение и желание зарабатывать. Буквально недавно мне задали вопрос, а вот у меня нет времени, а что вот как бы вроде бы и идея-то классная, а как быть со временем? А вот сколько есть у вас времени, столько и вкладывайте. Есть 2-3 часа в неделю, вкладывайте 2-3 часа в неделю. Есть 2-3 часа в день, вкладывайте 2-3 часа в день. Все, что у вас есть свободное, вкладывайте в новый развивающийся бизнес. Вы получите сегодня ответы на 5 вопросов. Это очень важные, главные вопросы. В чем же смысл бизнеса? Откуда берутся деньги и сколько можно заработать? Что нужно для этого делать? Кто же вам будет помогать? И получите что в результате? Помощь здесь обязательно безоговорочная, гарантированная. А в чем же смысл бизнеса и откуда деньги? Ребят, какой бы вы бизнес ни взяли, в любом бизнесе продвигаются товары или услуги. Ребят, действительно, это гениально, все гениально просто. И буквально за полчаса до сегодняшнего вебинара я встретилась с девушкой, которой мы эту тему говорили. Девчонка работает в банке. И у нее на данный момент зарплата 11 тысяч рублей. Вся в стрессах, вся на таблетках сидит, нервничает и переживает. Я сама это все, конечно, прошла, знаю, что это такое. Ищет возможность куда-то уйти и что-то организовать свое. Думала создать свой интернет-магазин, но, говорит, столкнулась с тем, что здесь нужен первоначальный капитал. У меня сейчас этих денег нет, первоначального капитала. И тут я подвернулась, и я со своим предложением о нашем проекте. Итак, смысл большого бизнеса – это продвижение товаров или услуг, которые пользуются огромным спросом, заканчиваются быстро и снова покупаются. И, ребят, если у вас есть стереотип, что есть какие-то бизнесы женские или мужские, вычеркните этот стереотип у себя с головы, просто выкиньте. У бизнеса нет полового признака, и поверьте, что в нашем бизнесе все круто. Итак, что мы предлагаем? Развиваем сеть интернет-магазинов с товаром ежедневного спроса для мужчин и женщин разного возраста, от рождения и старше. В ассортименте более 1500 наименований продукции. Это средства гигиены, ароматы, крема, аксессуары, краски для волос, продукты здорового питания, спорттовары и многое другое. Ребята, это тот товар, который постоянно заканчивается, снова покупается. Это продукт естественного спроса.
а не искусственного. Ребята, кто знает, чем отличается естественный спрос от искусственного? Поставьте плюсики и минусики, кто знает, кто не знает. Вам дается в распоряжение свой интернет-магазин. Угу, сейчас посмотрю, кто не знает, что такое естественный и искусственный спрос. Объясню. Угу. Вам дается в распоряжение свой собственный интернет-магазин со всем ассортиментом продукции. Вы приобретаете товар для своей семьи без торговой наценки уже. То есть есть у компании-партнера свои 5 заводов, нет посредников, то есть продукция качественная, без фальсификата. И вы можете забирать покупки в ближайшем специализированном пункте обслуживания. Ребят, что такое искусственный спрос? Это те товары, которые, в принципе, без которых вы, в принципе, обойдетесь. Да? Вы можете обойтись без автомобиля, вы можете обойтись без какой-либо там бытовой техники, там супер-пупер музыкального центра или еще что-нибудь. То есть то, без чего вы можете обойтись. Естественный спрос – это товар, который вот, без мыла реально не обойдетесь. Перед тем, как сесть даже за стол, многие говорят, продукты на первом месте, да, это то, что, ну, без чего мы не сможем прожить, но даже перед тем, как покушать, идем куда? В ванную, правильно, чтобы помыть руки, и вот обалденный все-таки товар. Если говорить предпринимательским языком, и вы до сих пор ищете, каким же бизнесом заняться и какой товар брать за основу, берите средства гигиены, косметику и продукты питания. Это все стоит на первом месте. Все остальное на потом. Вы получаете бесплатный сайт со всеми инструментами. Это реально мечта любого айтишника, интернет-предпринимателя. Если вы заметили, то многие предприниматели, имеющие обычный даже магазинчик, стараются перенести свои услуги в интернет. Тот же самый сайт «Одноклассники» пестрят всякими предложениями, то парикмахеры, то маникюры, то обувь, то одежда, создают какие-то группы, вас туда добавляют. Сталкивались с таким? Меня каждый день приглашают в такие подобные группы. Я соглашаюсь с удовольствием на дружбу, потому что у меня есть свой интерес подружиться с этими ребятами. Итак, всего лишь навсего меняем привычку покупать товар в обычном магазине, на приобретать в своем интернет-магазине. Ведь если вы имеете свой собственный магазинчик по выпечке хлеба, вы же не будете ходить в соседние магазины покупать там хлеб. То же самое относится к любому товару. Имея свой собственный магазин, вы не пойдете уже покупать в чужом магазине. Это как-то нелогично. Согласны ли вы со мной? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Также вы сможете получать дополнительное вознаграждение и бонусы от производителя товаров интернет-магазина за рекомендации своим друзьям, которые будут пользоваться услугами и товарами вашего интернет-магазина. Ребят, как часто мы рекомендуем различные товары разных магазинов? Пусть будет обувь, одежда, там, девчонки, колготки, нижнее белье рекомендуют, мужчины, там, запчасти, там, где заправлять автомобиль качественным бензином, чтобы машина не чихала и так далее. Каждый день что-нибудь рекомендуем. Буквально сегодня, встретившись с девушкой на презентации, и она меня спросила, где можно отремонтировать планшет. Я ей дала номер телефона своего знакомого. И если она к нему обратится, она, естественно, ему платит его услуги. Мне от этого что? Ничего. Возможно, Маша вспомнит обо мне и скажет спасибо. В нашем проекте за каждую рекомендацию, за однажды проделанную вами работу, компания вас всегда отблагодарит. Едем дальше. Пока все понятно? Сейчас поговорим о деньгах. Я думаю, что это одна из самых важных и нужных и любимых тем, сколько же вам будут платить. Открыв магазин, интернет-магазин, там будет написаны ваши данные, фамилия, имя, отчество, логин и пароль для входа в личный кабинет. Это не чей-то магазин, это ваш собственный, закрепленный за вашим именем. Вы уже получаете базовую скидку 20% на все, независимо от суммы заказа. При суммарном заказе есть 17 периодов, по которым вам
вознаграждение дается, и в этот период, он 20 дней, если вы суммарно набираете заказ на 150 баллов бонуса, это такая единица, которая говорит о том, насколько вы организовали товарооборот, сделали покупку. Эта единица действует у нас по всему миру, у нас представительство в более 60 странах мира, поэтому сделали такую внутреннюю балловую единицу. Ваша скидка уже вырастает от 20 до 32%. Скажите, это приятно? Напишите, пожалуйста, вы где-нибудь обслуживались в каких-либо магазинах, где вам уже говорят, у вас 20% скидка на весь ассортимент товаров, которые есть в нашем магазине? Если честно, нет. Бывают там мелкие какие-то скидки, но тоже, если у вас там определенная сумма будет, может быть, по каким-то праздникам, даже тот же самый магнит делает скидки в определенные дни или там недельные скидки. Вот в магните 0,5%, да, и если, Максим, ты там сделаешь покупку на 1000, 2 или 3000 рублей продуктов питания, тебе ничего магнит не вернет, да. Ну и, конечно же, очень интересная скидка дополнительно на один любой продукт за полцены, которую вы можете получать каждые 20 дней. Я, например, так и делаю. Забираю любимые продукты за полцены. Сколько же можно здесь заработать? Ребят, откуда деньги? От товарооборота, созданного вами в вашем интернет-магазине. От 3 до 22% компания-партнер готова вам выплачивать как агентское вознаграждение за то, что вы продвигаете бренд компании. Компания ушла от посредников, поэтому компания заинтересована в нас, как партнеров, за то, что мы даем информацию о ее услугах. То есть, в принципе, вы просто даете информацию, люди просто меняют обычный магазин на свой собственный, делают покупки, вам от этого процент. Дали ссылочку, дали рекомендацию, человек зашел однажды, сделал покупку, и у вас уже от его покупки энный процент. Обратите внимание, что эти деньги вам капают каждые 20 дней. В отличие от обычных ежемесячных, там, 12 месяцев зарплаты, в нашем проекте каждые 20 дней вам вознаграждение. Уже от товарооборота вашего интернет-магазина около 250 тысяч рублей компания-партнер вам готова выплатить 40, почти 5 тысяч рублей. Но это в 20 дней. Если перевести в месяц, это около 60 тысяч рублей. Всего лишь навсего. Дать рекомендацию. То, что мы делаем каждый день бесплатно, с самого буквально детства. Сколько же можно еще заработать? Помимо организации товарооборота в вашем интернет-магазине, за обучение людей этому же бизнесу, вы от их товарооборота получаете напрямую от компании-партнера специальные бонусы. Я называю их авторскими гонорарами. Ну, вспомните наших учителей замечательных, которые нас с самого первого класса обучали новому, интересному, терпели нас, в общем, новому чему-то нас учили. Скажите, пожалуйста, ведь каждый из вас сейчас получает тот или иной доход, да? Пусть будет большой или небольшой, неважно. Но какой процент идет от вашего дохода тем учителям, которые вас научили читать, писать, мыслить как-то по-иному, вообще никак, да, и чаще всего мы даже на День учителя не поздравляем, забываем об этом, да, 0%, 0 рублей, 0 копеек. Здесь, в нашем проекте, вам, как учителям, как гуру бизнеса, за то, что вы научите своих друзей, знакомых, родственников, новых знакомых этому бизнесу, вы получаете авторский гонорар. От директоров первого уровня 5%, от директоров второго уровня плюс 2%. Обратите внимание, что они идут плюсом, собираются как матрешка.
с третьего уровня, плюс 0,5%, 0,25% с четвертого уровня, 0,125 и 0,0625 с шестого уровня и ниже. То есть в каком бы уровне в 30-м у вас не были директора, ваши самые лучшие ученики, вы все равно будете получать процент от их развития, от их товарооборота. Это настолько грамотный и умный бизнес, система построения бизнеса, где вы как партнер, как наставник, заинтересованы в развитии вашего партнера, которого вы пригласили чуть позже. Ведь от роста его интернет-магазина напрямую зависит рост вашего дохода. Но будьте внимательны, никто на вас не работает, и вы ни на кого не работаете. Здесь партнерские отношения, у всех одинаковые условия, и ваш партнер может вас догнать, перегнать и даже зарабатывать больше, чем вы. Но вас компания не обижает, и вот такими бонусами вам делает вознаграждение за однажды проделанную работу. Научили человека зарабатывать, получите авторский гонорар. Сколько же еще можно заработать? Повторюсь, 17 выплат в году каждые 20 дней. И будьте внимательны, не зарплаты, а вознаграждение. Это доход. Зарплата на работе по найму. А здесь партнерские отношения. Здесь вы не работаете по трудовой книжке. С вами говорят как с партнером. С вами дружат как с партнером. Вас холят и лелеют как партнера. Это действительно дружеские отношения, у нас действительно командная поддержка, вы здесь никогда не останетесь в одиночестве, всегда зададите вопрос, интересующий вас, вас подхватят и ответят на ваш вопрос. Премии. Разовые премии от 1000 долларов до 1 миллиона. Как часто вам на работе платят премию от 1000 до 1 миллиона? Напишите, пожалуйста, в чат самую максимальную премию, которую вы получали на своей работе. Я получала максимальную премию, дай бог мне памяти, 1005 – это вот максимум, разовую премию. Говорят, есть еще 13-я зарплата там к Новому году, а если есть экономия фонда заработной платы, то, может быть, и предприятие нашкребет в закромах какой-нибудь премию, может быть, к профессиональному празднику тыщенку кому-то дадут, да, за проработанную, за проработанное время. И чаще всего работодателю интересно, чтобы вы как наемный рабочий приходили на работу пораньше, а уходили попозже, в то время как работодатель может использовать рабочее время по своему усмотрению. Здесь вы работаете над развитием своего собственного бизнеса, который, кстати, можно передать по наследству. И вы всегда будете заинтересованы больше вкладывать свое свободное время в развитие своего бизнеса. Возьмите любого предпринимателя, даже в традиционном бизнесе, каждый из них старается посетить курсы там, повышения квалификации, различные форумы, бизнес-тренинги, приезжают и тратят огромные деньги на развитие бизнеса, нанимают специальных людей, которые будут поднимать их бизнес. Здесь, ребят, вы получаете знания абсолютно бесплатно. На вашу команду готовы работать даже ребята из других структур, которые, в принципе, если честно, даже не заинтересованы в вашем развитии, заинтересованы в своем развитии своей команды. Но у нас ежедневно проходят вебинары днем и вечером в 14-19 часов. И благодаря знаниям других ребят, других команд, вы можете почерпнуть знания, завести в вебинарную комнату своего нового знакомого новичка, и он будет учиться вместе с вами этим азам совершенно, ну, благодаря другим ребятам. И поскорей я рекомендую учиться быстрее самим
изучить эту тему, если честно, вот простым русским языком открывать рот, и пусть это будет на ломаном языке, пока еще, возможно, для кого-то непонятно, но своими словами объяснять, рассказывать, так быстрее научитесь, потому что когда-то к нам приезжал Сергей, проводил презентацию раз в неделю, я понимала, что одного раза в неделю мне маловато, хотелось встречаться с людьми почаще, и я уже, не дожидаясь Сергея, начинала презентации рассказывать на лавочке в парке, где-то на работе, и, в общем, любое время свободное использовала для того, чтобы отточить свое мастерство в презентации. Это были такие сырые презентации, которые сейчас у меня вызывают улыбку, но представьте, люди шли на такие презентации. И, в общем, оттачивайте свое мастерство. Широкая автопрограмма, автобонус, лизинговая программа «Мерседесы в подарок». Уже на директорском уровне вам компания-партнер предлагает автобонусную программу. Каждые 20 дней можете забирать 9000 рублей, тратить на любой автомобиль, на покупку любого автомобиля. Можете взять ее в кредит и этими деньгами оплачивать стоимость кредита. Можете тратить эти деньги на что-либо другое. Это деньги нецелевого назначения, пожалуйста. Путешествовать, пожалуйста, за счет компании. Сегодня услышала очень интересную фразу, я ее даже записала. Лучше работать качественно и отдыхать за счет компании, чем работать плохо и отдыхать за свой счет. Поэтому я предлагаю немного работать, а больше зарабатывать. Путешествия, авиачасы, полеты. Компания-партнер за свой счет вас готова, значит, заказать самолет для вас, и вы сможете посетить любую страну за счет компании. Это супер, это очень интересно. Вот, кстати, на этом слайде с правой стороны на красная такая фотография. Это действительно реальность. 1 миллион долларов в 2009 году. Самый лучший результат высокий Тамила Полежаева получила. Это реальность, то есть не где-то там за границей, а у нас в России, в Москве. И этот результат реально повторить. Еще одна интересная вещь, которую предлагает компания-партнер, это посетить несколько стран на вот таких двух лайнерах. Это все случится в 2017 году, такая будет конференция. Это два частных лайнера, 6 звезд, 2 континента, 3 страны и 4 города. На каждую семью будет свой обслуживающий персонал. На участников конференции будет высыпано 2000 тонн конфетти. И уже сейчас нужно поработать активно, чтобы квалифицироваться на эту конференцию. Каждый из вас, кто сейчас в вебинарной комнате, вполне успевает квалифицироваться на эту конференцию и туда попасть. Для этого вы договоритесь со своим спонсором, кто вас сюда пригласил, потеребите его вопросами, как это сделать. Это действительно можно и реально. А кто бы хотел попасть на такой лайнер, поставьте плюсики, пожалуйста. Кто любит отдыхать на море, еще не за свой счет, компания будет выгуливать 6 тысяч участников. Грандиозное мероприятие, самые лучшие мероприятия в нашей компании, организовывается все на высшем уровне, просто какие-то бесподобные мероприятия, только во сне может присниться. Что еще? Очень важный момент по поводу, что будет с вашим доходом, как же забирать деньги. Пока вы учитесь, пока вы вникаете в систему, пока вы развиваетесь, пока вам помогают, все вознаграждения копятся в вашем личном кабинете интернет-магазина, как объемная скидка на товар. Обналичиваем деньги товара до того момента, пока не откроете индивидуальное предпринимательство. Так как у нас все законно официально, никаких электронных киви-кошельков, 6% налог по упрощенной системе налогообложения, взносы в пенсионный фонд. И здесь на слайде я делюсь с вами. Это у нас
свидетельство об открытии индивидуального предпринимательства наших ребят. То есть это все реально, действительно законно. И бухгалтерская справка, которую компания-партнер присылает на электронную почту, с чем вы сможете всегда ознакомиться. И поверьте, вознаграждение не за продажи, не за показы каталогов с товаром, не за беготню, а именно за организацию сети покупателей, за организаторские свои способности, за обучение других людей зарабатывать здесь. За обучение. Самые большие деньги вы получаете за обучение других здесь зарабатывать. Что же нужно делать? Есть несколько правил, которых мы придерживаемся. Пользоваться продукцией обязательно. Поменять обычный магазин на свой собственный. Создаем личный товарооборот. Престижно и выгодно делать 150 баллов бонуса. Это около 5000 рублей покупка для своей семьи. Если говорить о нашей семье, то я, Максим, пользуемся всеми продуктами. Они постоянно заканчиваются, мы снова покупаем, если говорить о косметических средствах и средствах гигиены. Ну и, конечно же, пользуемся линейкой Wellness. Это продукты для здоровья, которые тоже заканчиваются, снова покупаются. Дальше. Приглашаем друзей, знакомых и новых знакомых в наш проект «Территория роста». Буквально вчера мы общались с моей сестренкой из Санкт-Петербурга, она сегодня днем была на вебинаре. Я зову ее неоднократно в Oriflame, она была уже зарегистрирована, благополучно терминировалась. В этом году она родила дочку. Естественно, это домашний образ жизни, как она говорит, день сурка, я не знаю, куда себя деть. И я снова к ней с предложением, с новым нашим проектом, с новой системой построения структур, построение бизнеса, она заинтересовалась и сейчас задает вопросы. А как же мне пригласить? А кого позвать? А давай ты меня научишь всему. И с удовольствием. А потому что пока зовем холодные контакты чужих людей, которых мы никогда раньше не знали, но когда-то с ними познакомились, наши родственники и друзья пока еще не в курсе дела, потому что не хотят вникать, как говорится, в своем нищий пророк, в своем отечестве. Ну вот, допустим, у меня так в семье, меня поддерживает мой муж, а пока мои родственники еще не особо поняли, что есть новый вид деятельности, отличный от работы по найму. Мы с мужем идем вместе в этом бизнесе. И вот сестренка заинтересовалась, и кого же приглашать? Есть телефон, здесь уже готовы списки контактов. Есть социальные сети, вы в начале вебинара написали, где вы зарегистрированы. Стопудово у вас есть знакомые, с кем вы просто киваете головой, даже не зная, как человека зовут. Есть такие друзья? У меня таких полно. Их тоже можно звать. И в Скайпе, в Ватсапе и любые приложения, мессенджеры используем для того, чтобы пригласить на деловое предложение, на выгодное предложение, на подработку. На, к примеру, у меня есть знакомая, развивает бизнес в интернете, нужны серьезные ребята. Я подумала о тебе, возможно, тебя заинтересует предложение. То есть как приглашать? Зовем таким образом. Так. Как строятся наши команды? Делаем фокус на построение 22% групп. Товарооборот команды 7500 баллов бонуса. Повторюсь, это в деньгах около 250 тысяч рублей. Регистрируем под последнего новичка, то есть открываем интернет-магазин каждому знакомому, кому понравится идея бизнеса, под последнего новичка. Таким образом выстраивается вертикальная веточка, и каждый заинтересован в росте последнего. Обучение идет, личное потребление. То есть меняем один магазин на свой собственный, стремимся к качественному
и частому рекрутированию, чтобы у вас в команде было не меньше одной регистрации в день. Больше, пожалуйста, это круто. Конечно же, посещаем вебинары, такие как сейчас, и изучаем онлайн-инструменты. И поверьте, даже те, кто не знают, как включается и выключается компьютер, как отправляется электронная почта, как создаются презентации и т.д. и т.п., здесь этому всему обучают бесплатно. Даже денег не нужно никому давать. Скажите, пожалуйста, на этом этапе понятно все? Поставьте плюсики, если понятно. Построение 22% групп. Первую веточку вместе с вами строит вся команда, начиная с тем человеком, который вас сюда позвал. Вместе с вами командно обучается, задаете вопросы, отвечают. Если у меня, к примеру, например, если у меня появился человек, заинтересованный в своем бизнесе, в нашем проекте, я его буду регистрировать не под себя, а под последнего новичка. В веточку регистрируем, 22% товарооборот организовываем, вторую веточку уже вы развиваете самостоятельно, третью, четвертую, пятую, шестую и так далее. На этом слайде вы видите, когда в вашей команде 6 22% веточек, это директорские веточки, это уровень бриллиантовый директор. Это доход около 300, а даже иногда и больше, тысяч рублей. Разовые премии собираете 1000, 1,5, 2, 3, 4 и 6 тысяч долларов на тот курс, когда вы их забираете. Ну и, конечно же, вам компания-партнер выплачивает бонусы, авторские гонорары за развитие ваших директорских структур с глубины. Помните, я говорила про авторские гонорары, которые не платят нашим учителям? Вам платят. Обязательно обучение. Без этого, ну, если честно, не научитесь чему-то новому. Если, к примеру, вы захотите открыть парикмахерскую, вам нужно будет научиться азам этого мастерства. Если кто-то решил стать хирургом, он сначала проходит теорию, обучается, там практику проходит, и прежде чем подшить, разрезать человека, его только рядышком поставят, чтобы он смотрел, как это делается, он ассистирует. Точно так же и здесь. Вы здесь учитесь у лучших предпринимателей, они вам помогают, в дальнейшем вы самостоятельно начинаете все это рассказывать и обучать также. Вебинары уже говорили в 14-19 часов, семинары, различные книги, видеоролики мы тоже рекомендуем, в наших чатах все это рассказываем. Какая поддержка и помощь от интернет-проекта? Обратите внимание, что бесплатное обучение, вам доступны вебинары, вам доступны обучающий сайт, командный канал на YouTube, у вас уже готовые методики и рекомендации, придумывать ничего не нужно, система пошаговых действий, просто следуйте пошаговым инструкциям и вперед за удачей. Помощь команды, сопровождение до результата. Кстати, секретов здесь успеха нет, здесь только ежедневные действия и все. Делать, делать и делать. Помощь команды, сопровождение до результата. Круглосуточные скайп-чаты, ну, если вам в 3 часа ночи никто не будет писать, естественно, все спят, но это действительно с утра до позднего вечера, вы можете задать любой вопрос, команда его подхватит, все, кто находится в сети, и вы всегда получите быстрый своевременный ответ. Поддержка опытных наставников однозначно. Инструменты для рекрутирования, сайт-визитка, рекрутирующие ролики, презентационные вебинары, пожалуйста. Ну и, конечно же, модель бизнеса, которая дает пассивный доход, растущий в будущем. Да, у кого-то уже глазки закрываются, наверное, большая разница во времени. Тоже очень интересно, что в нашей команде есть партнеры, которые находятся в разных городах, у которых есть разница больше, чем 6 часов, кто-то, у кого-то уже глубокая ночь, но все равно люди, заинтересованные в росте своего бизнеса, приходят на вебинары и обучаются, и приглашают других людей делать то же самое.
Ребят, что вы получите в результате? Хочешь мороженое, хочешь пирожное, да? Вы здесь станете успешными бизнесменами, бизнес-вумен. Вы сможете свой бизнес передать по наследству, а не трудоголизм, который обычно передается, если вы работаете по найму. Путешествия, льготное авто, личностный и карьерный рост. Ребят, за 10 лет работы в отделе культуры я ни разу не читала книги. Ни разу, вот к своему стыду, ни разу я не взяла в руки книжку какую-нибудь развивающуюся, какие-то инструкции, положения, которые необходимы для сдачи того или иного отчета, и все. Здесь я научилась читать книги, очень интересно и развиваться. Мне это очень нравится. Постоянно растущий доход, пассивный доход в перспективе, признание от компании, партнера по бизнесу за ваш успех и работа в позитивной команде. Это мне тоже нравится, потому что вы капитан собственной команды. Вы можете построить свой бизнес с теми ребятами, которые вам интересны. Ну и какая же компания-партнер, с кем мы сотрудничаем? Наверняка вы слышали о компании Oriflame. И вот именно с этой компанией мы сотрудничаем. Действительно, все те возможности, о которых я рассказала выше, ранее, это действительно компания Oriflame, которая уже практически 50 лет на мировом рынке, которая работает в более 60 странах мира, у которой есть собственное производство, 5 заводов, один из которых стоит у нас в России, в Ногинске, в Подмосковье, у которой есть институт исследования кожи в Стокгольме, научно-исследовательский центр в Дублине, исследовательская лаборатория в Игелёсе, у которой акции компании котируются на бирже, ежегодный объем продаж которой более 1500 наименований, 1,5 миллиарда евро, прошу прощения. Ну и один из самых важных моментов – это поддержка защиты детей, соучредитель Международного фонда защиты детей. У компании Oriflame такие ценности, единство, дух и страсть. Всегда, в первую очередь, компания думает о развитии, о комфорте своих партнеров, и каждый человек ценится, и только здесь, в этой команде, я почувствовала, насколько я важна, интересна, и что компания и ребята, которые меня сюда позвали, готовы меня поддержать в любую минуту, научить новому, и чему я благодарна. Комфортность продукции. Высокое качество, широкий ассортимент, доступные цены и отличный сервис. То есть в каждом крупном населенном пункте, городе уже есть не один, а даже несколько сервисных пунктов обслуживания, где вы можете получить свой заказ буквально там 2-3 дня, оформили покупку через свой магазин и уже забрали заказ. Это очень удобно. В крупных городах есть даже курьерская доставка, где вы, не выходя из дома, можете получить свой заказ дома. Это очень удобно в любое место. Ну и, конечно же, маркетинг-план – это все бонусы и премии, о которых я уже говорила, повторяться не буду. Ну и же с чего же начать? В первую очередь зарегистрировать свой интернет-магазин, активировать его обязательно вместе с тем человеком, который вас пригласил. Это очень важно для того, чтобы вы не попали в другую структуру. Есть такие инициативные ребята, которые звонят и говорят: а я уже зарегистрировался, а куда? Попался совершенно в другую команду. Это очень важная процедура. Обратитесь за этим к своему наставнику. Сделайте активационный заказ, это обязательно, без этого не активируется ваш личный кабинет. Сумма заказа может быть абсолютно любой, вы можете посмотреть в ванной, что у вас закончилось, из средств гигиены и выбрать из онлайн-каталога все, что вас интересует. Спросите, что такое стартовая программа, это очень интересное предложение для новичков. Вступайте в премьер-клуб. Это тоже очень выгодно и приятно. Получите доступ на обучающий сайт командный. У нас там есть специальный пароль на определенные разделы. Вы тоже получите доступ. Установите Skype, если у вас он еще не установлен, для того, чтобы присоединиться к нашим командным чатам и быть всегда на связи со всей командой.
Обучаться очень важно и нужно, посещать вебинары, изучать обучающий сайт, задавать вопросы в скайп-чатах и контактировать с командой. Не стесняйтесь задавать вопросы, всегда вас поддержат. Приглашайте людей в наш проект грамотно, приглашайте и поставьте цели и планы. Зачем вам вообще это нужно? Интересно ли вам? И задумайтесь, если вы не возьметесь за это дело, что изменится в вашей жизни? Если вы возьметесь, и вдруг у вас что-то будет не получаться, что вы потеряете, какие у вас риски? Ну, будет у вас свой регистрационный номер в компании, у вас будет базовая скидка 20%, возможно, даже больше, различные акции, подарки, вы ничем не рискуете. Если вы возьметесь за дело серьезно и начнете делать так, как мы вас учим и обучаем, подумайте, что изменится в вашей жизни, что приобретете. Подумали? Я думаю, что вы приняли положительное решение, и вы присоединитесь к нашей команде. Станьте частью нашей команды, и я вам желаю подумать, не думать долго, а думать быстро и решительно, потому что самые важные решения принимаются очень быстро. И если вы еще пока сомневаетесь, это нормально. Изучите информацию досконально, и тогда вы приобретете уверенность в своем выборе. Вы можете перелопатить весь интернет, не найдете лучшего предложения, чем компания Reflame. Ведь в похожих компаниях нужно делать одно и то же. Приглашать и пользоваться, и посещать мероприятия, но так как поощряет компания Reflame, не поощряет ни одна другая компания. Это вы можете просчитать, проанализировать, прокрыжить как бухгалтер, как хотите. И выбрав наш проект «Территория роста», при поддержке нашей компании Reflame вы построите надежный бизнес на века. То есть это реально фундамент надежный, который не даст трещину никогда, и вы всегда будете в шоколаде. Ну и последний слайд. Хочется вам на прощание сказать, ну, такой бронежилет, что ли, одеть. Кто может, тот делает, а кто не может, тот всегда критикует. Поэтому на вашем пути, возможно, встретятся люди, которые вам не поверят, скажут «да», откажутся. Будьте готовы к этому, не переживайте. На вашем пути встретятся люди, которые вам скажут «да, я готов идти с тобой вместе. Помоги, пожалуйста, я хочу точно так же, как и ты». Это невозможно, сказала причина. Это безрассудно, заметил опыт. Это бесполезно, отрезала гордость. А мечта шепнула, попробуй. На прощание я хочу включить вам, сейчас я запись